поводу экипировки, вот я сижу в футболке Аэронавтика Милитари, и штаны у меня от них же, и, короче, тут почти все. Ну, Саша тоже. Нас снабдила Аэронавтика Милитари, это итальянский бренд, очень активно работающий в Беларуси, а у нас там 2 чемодана одежды от них. Спасибо им огромное, есть все, начиная от штанов и заканчивая теплыми куртками. Очень удобная одежда. Это не для рекламы, а реально я испытываю какое-то чувство такой признательности. Удобно. А что касается холоднее всего, самая холодная точка у нас была в Йеллоустоуне. Утром было минус 2 градуса Цельсия. Через буквально 3-4 часа стало 27 градусов. Представляете, какие перепады? Ну вот поэтому приходится менять одежду, чтобы не замерзнуть и наоборот было жарко. Вообще есть с собой все. Тут спрашивают, какую одежду с собой брали. Брали все. Есть и шорты, и тапочки, и шапка-ушанка. Ну не ушанка, а шапка такая вязаная у меня есть. Петушок. А-ля петушок, да. Ну и перчатки есть, и теплые куртки есть. Все есть, потому что мы пересекаем все, что можно. И температурные перепады там от минуса до плюс 38. Поэтому приходится чемодан все время таскать с собой. Теплые вещи уже одевали. Я, например, все свои теплые вещи уже напяливал. И перчатку, и шапку, и куртку. Я все это уже надевал в Магадане, на Чукотке. Нету никакого свободного времени, вот вообще нету. А если мы в полете, то, ну, я лично, например, проверяю электронную почту, отвечаю на вопросы. Буквально там сегодня 3 запроса от студентов, все это нужно отработать, отписать, ответить, документы, поговорить с офисом, посмотреть, как там дела идут, пообщаться с детьми, что редко происходит раз в 3-4 дня, а не каждый день. Естественно, мы изучаем маршрут, безусловно, и погоду по маршруту, и куда мы летим, и какое там топливо, и т.д. и т.п. По поводу книжек, я признаюсь, я прочитал наконец-то «Вокруг света» за 80 дней про Филеса Фога за 2 вечера. Поздно прочитал, надо было в детстве читать. Все равно интересно. Ну, а Саша просто спит. Одиночества перед сном практически нет, потому что у нас получаются ранние подъемы. А вот мы, например, пролетели 1200 миль, это больше 2000 километров. 10 часов в воздухе, нам пришлось рано вылететь, мы очень поздно уже в темноте садились. Доехали до ближайшего мотеля и легли спать. Изучение маршрута. В России на это уходило больше времени, здесь на это уходит меньше времени. Надо погоду каждый раз проверять перед вылетом. Насчет того, чтобы почитать книгу, времени остается немного. Хотя вот мы по 10 часов летаем, но мы все время чем-то заняты. Насчет того, чтобы общаться с семьей, в принципе, наверное, большую часть времени у нас все время есть связь. Поэтому удается по всем носителям, Viber, WhatsApp, электронная почта, поддерживать коммуникации. Это здорово. Конечно. А мы волнуемся перед Атлантикой, потому что это челлендж, один из самых сложных участков на маршруте, который непредсказуемый по погоде, в котором уже могут быть минусовые температуры по ночам, совершенно точно. И около нулевые днем. Поэтому это все никак не может нас расслаблять. Пожалуй, это самый, с точки зрения климата, сложный участок на маршруте. Мои большие водные расстояния там придется преодолевать. Я пойду на работу. Прям сразу? Ну, я помою самолет. Я уберу весь этот хламушник, который там у нас сзади лежит. А я, наверное, лягу спать. Сначала я высплюсь, а потом буду делать все остальное. Мне бы хотелось еще раз вернуться на Аляску. И, в принципе, мне бы хотелось еще раз встретиться с ребятами с Дальнего Востока. Они интересные, они радушные. И там много чего можно посмотреть. Я совершенно точно хочу вернуться на Аляску. Вот прям 100%. На Аляске я хочу взять самолет на поплавках в аренду и погонять на этом самолете. Второе место вчера было. Мое любимое место. Пауэлл с безумными красными горами. Ландшафтами. Я туда третий год уже собираюсь поехать и взять там в аренду хаусбот, дом на воде. И все-таки в этом году, поскольку я уже 3 раза там себе это обещал, теперь надо это выполнить. И летом, тем летом, я думаю, что я это сделаю. Хаусбот, 7 дней, с выключенным телефоном на диких озерах Лейк Пауэлл. Если делить то, что запомнилось на природу и то, что создано людьми, то природа самая, наверное, интересная и необычная – это Аляска. Они ее называют Last Frontier, последний рубеж. Действительно, совсем мало людей и мало не чувствуется влияние людей на природу. То же самое можно адресовать и к огромным российским просторам, которые расположены вот на востоке, на Дальнем Востоке страны. Но там преобладает тундра, а на Аляске какие-то огромные лесные просторы, оливы, вода. Ну, наверное, это самое такое запомнившееся. Если говорить про идеи, то, что создано людьми, очень ложатся в память встречи практически в каждой стране. Потому что люди интересуются о нашей стране, откуда мы, кто мы. Когда мы узнают, что мы белорусский экипаж и белорусский самолет, они очень удивляются, желают счастливого пути, следят за нашим перелетом.
И я думаю, что вот по мере продвижения через Соединенные Штаты количество зрителей двуязычных, оно растет стремительно. Самый необычный вопрос – это где взять денег на то, чтобы стать пилотом? Ну, я, конечно, шучу и стебаюсь. Это самый часто повторяющийся вопрос. Вообще вопрос про деньги. У нас очень часто спрашивают про бюджет нашего мероприятия. Кончаются деньги, ребят, кончаются. Оставляем НЗ на топливо, на оплату топлива. Я не исключаю, что крайние наши посадки придется отказаться от отелей и будем ночевать в самолете. В принципе, тут место есть. Друзья не дадут. Я думаю, что здесь найдется столько людей, которые нас захотят приютить, что вряд ли нам это удастся.